ЗМА – самый популярный бустер тестостерона, то есть витаминно-минеральная спортивная добавка, стимулирующая выработку собственного тестостерона. С возрастом его секреция снижается, что приводит к снижению сексуальной активности. А тем, кто занимается бодибилдингом, тестостерон просто крайне необходим для наращивания мышц. Можно компенсировать дефицит собственного тестостерона приемом стероидов, а возможно воздействовать на организм натуральным способом. Как раз для решения повседневных задач и предназначен комплекс ЗМА. При достаточном потреблении белков и полезных жирных кислот ЗМА значительно помогает в увеличении мышечной массы и силы. Кроме того, добавка способствует более глубокой релаксации организма во время сна. В состав комплекса входит запатентованная комбинация цинка, магния, витамина В6. Магний участвует в синтезе белка и способствует значительному увеличению силы мышц. В своей книге «Фактор тестостерона» доктор Шафик Кадри отмечает, что цинк является неотъемлемой частью роста клеток и главным строительным компонентом для молекул тестостерона. Он повышает активность сперматозоидов. Аспаргиновая кислота помогает организму усваивать углеводы, повысить иммунную систему и выносливость, а также способствует уменьшению утомляемости. Сочетание витамина В6 с аспаргиновой кислотой оказывает дополнительный анаболический эффект на наши мышцы. Эти микроэлементы теряются во время интенсивных физических нагрузок. И чтобы восполнить необходимые запасы организма, достаточно одной капсулы ЗМА в день. Повышает уровень тестостерона, особенно в зрелом возрасте. Способствует ускорению восстановления нервной системы. Снижает вероятность мышечных спазмов. Эта формула разработана компанией Snack System в 1999 году. И с тех пор ЗМА является лидером среди натуральных стимуляторов тестостерона. Никаких побочных эффектов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!